10 декабря 2016 года, 17 часов 12 минут московского времени, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-336 на территории Гайского городского округа. В результате ДТП пострадало 14 человек. Группировка сил и средств, привлеченная для ликвидации чрезвычайной ситуации, 32 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России, 7 человек, 2 единицы техники. На месте происшествия сосредоточены работы реагирующих подразделений, работает психолог 5-го отряда Федеральной противопожарной службы. Также организовано дежурство двух психологов в горбольнице номер 2 города Орска. На месте чрезвычайной ситуации развернут штаб под руководством первого заместителя главы города Орска.